Второй день в Приднестровье. Наивысший красный уровень террористической опасности. Сейчас на въездах в города блокпосты. На улицах дежурит милиция. Показываем, как все работает. Въезд в Тирасполь со стороны Бендер. Меры безопасности усилены. Вот видим, дорога перекрыта блоками. На посту дежурят сотрудники МВД. Машины пропускают по одной. И видим, небольшая очередь. И выборочно днем машины досматривают. В ночное время контроль каждого транспортного средства. И лиц, которые следуют. Особое внимание уделяется транспортным средствам иностранной регистрации. Проверка осуществляется с целью выявления предметов, запрещенных к гражданскому обороту. То есть это оружие, боеприпасы, наркотические средства. Я считаю, что это вполне нормально, потому что у меня тоже есть дети, я тоже переживаю. Хоть и молдавские номера, но здесь все, дети, я тоже переживаю. Все нормально, все в порядке, так и должно быть. Лучше так, чем... А это еще один блокпост с другой стороны Тирасполя. До украинской границы буквально 6 километров. Все спокойно, обстановка под контролем. Сотрудники МВД тоже останавливают машины и досконально проверяют. Бардачки будете ли? Что в пакете? Можно посмотреть? Посты во всех городах и селах Приднестровья бендеры из блоков крепость строили всю ночь. А это Суклея, пост прямо посредь села, там дальше Слободея. Водителям приходится маневрировать, не просто, приходится большегрузом. Патрули в парках и скверах, сотрудники милиции, специалисты-кинологи дежурят на улицах городов, следят за порядком. Что ты вообще на меня с кулаками вообще полез? В готовности больницы в усиленный режим несения службы перевели все силовые структуры. Взяты под контроль объекты государственной власти. Это прокуратура, следственный комитет, госадминистрация. Это особый контроль, это вплоть до личного досмотра, ну и все необходимые действия. Парад и салют 9 мая отменили. Скопление людей сейчас небезопасно. Пока красный уровень террористической опасности в Приднестровье действует 15 дней. Накануне президент Красносельский подписал соответствующий указ.